Ну вот так вот ночью слушаем, как капает водичка. Это видео снял житель Бегаш 123. По словам мужчины, топило их с крыши столько, сколько он себя помнит. Ильнуру, так зовут автора ролика, 34 года. За это время ответственные службы принимали разные, даже неожиданные меры, чтобы потолок жителей оставался сухим. Было и такое, что на чердаке просто ставили 200-литровую бочку, куда капало с крыши. Соответственно, потом она переполнялась и с этой бочки затопила квартиры. Потом опустошали эти бочки. Опять набиралось, бочки прохудились, начали течь. Сегодня в течение дня не раз прошел дождь. Синоптики обещают осадки в Альметьевске на протяжении всей недели. Но пока в квартирах верхних этажей сухо. Сейчас вроде пока ничего не слышно, не капает вроде как бы. Ну, это может показаться со временем. Как я понимаю, просто она может набираться где-то. А после уже где-то вода как бы находит свое русло и затекает там, где есть щели. 3 года назад крышу полностью обновили, но проблема вернулась. Местные жители просят найти и исправить причину протечки. Жильцы обращались в управляющую компанию и к руководству района. В департаменте развития пообещали, что отправят бригаду для ремонта кровли. Елена Баурина, Нурзалятов, новости Юго-Востока.